фестиваля Анатолия Шерберга, который приехал аж из Нижнего Новгорода. Встречаем! Добрый, всем день, вечер. Сердце ходики заводит, тики-тики так-так. Год приходит, год проходит, отбивая такт. Звякнул старенький трамвайчик, встрепенулся апрель. Увези меня, трамвайчик, за 39 земель. Там живут в ладони стрекозы из волшебного ларца. И коленки, и занозы, и ремень отца там юлой кружит прихожий. И поседа барбос, он поймать никак не может сам себя за хвост. Ой, ты время золотое, неподкупно ввысь. Ой, ты время золотое, не слишком торопись. Сердце ходики зовут, тики-тики так-так. Год приходит, год проходит, отбивая такт. Пробежали воровато паутинки у глаз. Наживал ума палату несмышленый класс. Прорастала в нас эпоха, выжигая дотла, оставляя только крохи с барского стола. Разом выковырялись души, покрепчали хребты от плевков и оплеушин заботливой стороны. Ой, ты время золотое, пристяжная высь. Ой, ты время золотое, да щупальцами вниз. Но сердце хоптики заводит, тики-тики так-так. Год приходит, год проходит, отбивая так. Звякнул старенький трамвайчик, хлопнул дверью на бис. Ты вези меня, трамвайчик, да не слишком торопись. Еще одна песенка. Ну, хочется что-то такое доброе. Ну, вот она была написана на Рождество. Несмотря на то, что сейчас не Рождество, но она добрая, светлая, о любви. Называется «Рождество». Рождество,
музыка и снег, и радость души мятежной, что рыжей звездой надежды будет жива любовь на земле. Любовь году ушедшему посох, году грядущему свет, пусть идет он вперед за верстою верста, не страшась ни сумы, ни венца, ни креста. Не закрывай глаза, слушай биенье сердца. Новгорода.